единственный в районе, кто возит топливо с Роснефти. Больше кроме нас нет. Углегорский район, мы привезли 40 тысяч, 30 сливаем в Углегорске, 10 емкостей всего в Шахтерске, но по мере надобности мы туда подвозим, у нас есть свой бензовоз. Долго ждали колонну, машины? Колонну ждали всего 30 часов, а так нормально.